Друзья, городские службы приступили к зачистке пешеходных переходов. Вот вы наблюдаете небольшая задержка в связи с тем, что здесь ответственные службы работают. Приводит в порядок пешеходный переход, чтобы и пешеходов было видно, и пешеходы могли свободно, безопасно переходить в проезжую часть. Пешеходы маленькие, пешеходы с палочками. Да. Это происходит все днем, друзья. Сегодня января 2018 год. Оживленное здесь кольцо днем на улице Свердлова, Ворошилова.